Рома Шрёдер. Икона русского футбола. Его олицетворение. Хорошо, по поводу этой игры. Было сложно играть в интернациональной команде? Да, вообще не сложно. У нас было 100 моментов, мы один забили, и могли вообще 99 в итоге один. Было что-то, что у соперников получилось лучше, чем у вас? Мяч Уолтера носить получалось. Везение, везение. Здесь только на этом можно списывать в этот раз. Понимаешь, как координируется команда соперника на поле? Ну там, не по-русски, мальчик. Ну, тут каких-то таких тактических прям координаций у них не было, так что все было тактика, вполне понятно. Бей, беги, куда-нибудь вынеси, отарем по 110 секунд. Обычный физический футбол. Просто бегали, ни одной тактики, ничего. Ничего не хватило вам вот в конце, почему нет? Реализации не хватило, я не знаю. Просто 100% моменты, вратарь выбежал в центр поля у них, пустые ворота забить не может. Просто невозможно. Надеюсь, у вас получится. Можно автограф?